Пожарным и спасателям повысят зарплаты в следующем году. Минимальный оклад рядового состава составит 180 тысяч тенге. Сейчас они получают 110. Надбавка будет варьироваться от 10 до 70%. При этом руководство МЧС это не коснется, заявил глава ведомства Юрий Ильин. 70% это максимальное повышение для рядового состава, то есть те, которые только начинают службу. И 10% возможно для руководящего состава, это начальники служб пожаротушения, начальники части.